Всем доброе утро, ребят. Сегодня у нас начинается турне. По планам у меня взять сегодня вершину горы Ослянки вот этим детским коллективом. Спасибо родителям за доверие детей. А завтра отправимся мы в сторону Яраниной деревни. Мы выдвинулись. Как у всех настроение? Хорошо. Дорога. Остановились стравливать колеса, чтобы машина лучше проезжала по бездорожью. Мы переехали на сухую. Сейчас у нас будет перекус. Сделаем салатик, поедим кашку, разогреем и пойдем уже до вершины Ослянки. Надо кому-то это, Слав, залезть это. Ника не строит нос. Надо ее забрать. Сердечко нет. Смотри, это одна.
настроение? Отлично, шикарно. Как настроение? Как у вас настроение? А у вас? Хорошо. Хорошо. У нас в этот раз препятствия следующие. Джунгли. Джунгли. Лес отойти. Это очень опасное испытание, ведь я уже успел получить попу веткой. А обратно ты поедешь на багажнике. Тяжела моя жизнь. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы движемся к вершине Слямки. Мы поднимаемся в самый крутой подъем. Мы уже сейчас на высоте 700 метров. Добрый. Нормальная дорога, в принципе. Вот, сейчас посмотрим. Либо мы сегодня посетим вершину Слянки, что-то облачки натекают. Либо пойдем туда на рассвет. Посмотрим. Славная каменная река. Это наша следующая цель. Я доволен. В этот раз мы решили остановиться тут, на гору пойти на рассвете. Так как все уже устали довольно сильно, поэтому пора передохнуть и набраться новых сил. Поспать. И как я уже говорил, с рассвета идти на гору. Если все вокруг тебя, ты выдумал. Тут у нас котелок, арбузик, чайник, лучок, бензопила, чтобы резать людей. У нас дальше сумки, газовый котел. Наша цель на рассвете. Дойти вот до этой вершины. Вот эта вот прекрасная вершина. Рассвет. Пойдем туда. И поставим там флаг России. И она будет официально принадлежать нам. Очень радует холодильник, стоит все на минус всего лишь 7, все заморожено, все застывшее, продукты, все хорошо. На ужин мы приготовим сегодня куриные бедрышки со сливками, с куркумой, очень будет вкусно. У нас новая палатка, Матвей Максимович собрал ее, очень хорошая, такой вместительный. Тамбур, фирма Tetra Pak, вон видно, фирма, хорошая, достойная палатка, стоит она своих. Поднимаемся на гору. Осталось совсем чуть-чуть. Очень хочется попасть на ней. Я здесь получаю кучу друзей.
Всем добрый вечер. Мы вернулись с похода на вершину Ослянки. Тяжело очень дался, потому что были с Макаром. Ну ничего, менялись. Обратно только с рук не свозил. Все, подходим уже к лагерю. Сейчас будем готовить ужин и в палатке прятаться. Всем добрый. Нет, две что-то одну-то сейчас, на кого ее? Один поесть хочешь? Я даже понимаю. Доброе утро. Просыпаются еще не все, еще лентяйничают. Мы сейчас устроим зарядку и пойдем ловить рыбу. Два тимуровца у нас занялись зарядкой. Сейчас у них пробежка до вершины Ослянки по каменной реке. Маленький пока еще не в духе. Балдеть, сидит, говорит, пап, так классно. Арсений на рыбалке. Посмотрим, какую он поймает рыбу в этой реке. Каменную. Что мы будем с ней делать, Арсений? Сидит. Он говорит, да ближе к нему подсядь. Доедают арбуз, ребята. Прям такой процесс у них. Вы пока не идите за мной, я сейчас найду дорогу и потом поедете. Принят.
мы терпим небольшие крушения. Оторвали подкрылок, оторвали шноркель. Ну, сейчас мы перекусим сразу же, пока его снимаем, и поедем дальше. Проезжаем препятствие. Такой мостик. Первым едет важный. Бревна аж поднимает. Вторым едет мудрый патрульчик у нас. Едет у нас мудрый патрульчик. Он решил взять траекторию чуть левее. А? Да. Стараемся буксировать. О, чуть патрульчик у нас не перевернулся. Сейчас будем что-то делать. Давайте я покажу вам, что там творится. Творится у меня что-то. Вот видел, как патрульчик не перевернулся? Да. Чуть не перевернули патруль. Саня у нас вообще босиком ходит. Саня, как тебе босиком ходить? Охренеть. Хотя я Вова бы не пинулся. Надо вон за ту березу. Гелик проехал. Сейчас будет проезжать патруль. Не пойдет, не пойдет, он держит. Лебедиться сразу, все. Впереди вот у нас снова такая канитель. Жалко, что на камере это не передать. Андрей, расскажите, что случилось с колесом? Порвали заводник. А сегодня у нас Арсений на кухне. У нас перекус в связи с пробитием колеса. Оу. Ну как тебе поездка, Макар? На подкову тоже поедешь? Да. Все нравится? Что больше всего понравилось? Ездить. Что? Ездить. Ездить? Да. Не устал? Нет. Молодец.
тебе хорошо в баньке, покажи. На рассольном. Хорошо? Ага. Так у нас заканчивается вечер. Доброе утро, дорогие друзья. У нас утро на рассольном. Кто у нас рыбачит? Кто у нас пошел купаться? Погода прекрасная. Ты там, Саня, рыбу тянет. Сегодня наша поездка заканчивается. Сейчас мы все проснулись, собираем палатки, после чего завтракаем картошечка вкусный, и после этого будем выезжать. Ты что там делаешь, диджей? Диджей Макар, да? Завтракаем, мы сейчас пока все укладываем, вы здесь уберете и поедем. Я уже так кончился.